В Магаданской городской думе провели заседание депутатской комиссии по бюджету и вопросам экономического развития. Особое внимание уделили дополнительным расходам городской казны. Депутаты внимательно рассмотрели тонкости распределения муниципальных средств и согласовали финансирование первоочередных городских нужд. Кроме того, затронули немаловажный для присутствующих вопрос о состоянии муниципальной кредиторской задолженности. Внимательно изучили нашу кредиторскую задолженность, задолженность по кредитам. Наконец, 2020 года у нас задолженность по кредитам в размере 1 870 000. И отрадно знать то, что мы с каждым годом уменьшаем обслуживание данного кредита. Если по сравнению с пятилетним сроком, если мы платили за обслуживание около 200 миллионов в год, сейчас это уже сумма в два раза меньше. Увеличение кредитной нагрузки на муниципальный бюджет депутаты Магаданской городской думы не одобряют. По словам Рафаэля Фатыхова, это наше наследство. И в дальнейшем депутаты будут внимательно контролировать расход муниципальных средств.